Повторение трансцендентных звуков, мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это возвышенный метод возрождения нашего сознания Кришны. Все мы, живые духовные души, изначально обладаем сознанием Кришны. Однако с незапамятных времен мы находимся в контакте с материей. Поэтому из-за влияния материальной природы наше сознание сейчас загрязнено. Эти порожденные загрязненным сознанием представления о жизни заставляют нас пытаться эксплуатировать ресурсы материальной природы. Но на самом деле мы только больше и больше запутываемся в ее сетях. Эта иллюзия называется майя. Тяжелая борьба за существование, ставящая своей целью преодоление суровых законов материальной природы. Однако, стоит нам возродить себе сознание Кришны, как эта иллюзорная борьба с материальной природой мгновенно прекратится. Сознание Кришны не является чем-то искусственно навязанным уму. Это сознание — изначальная энергия живого существа. А когда мы слышим трансцендентную вибрацию, это сознание возрождается в нас. В авторитетных источниках рекомендуется именно такой метод самосознания для нынешней эпохи. Мы можем почувствовать и сами на своем опыте, когда мы поем эту Махамантру или великую песнь освобождения. Мы сразу же можем ощутить трансцендентный экстаз, который нисходит к нам с духовного уровня. Когда же человек действительно находится на уровне духовного понимания, который превосходит уровень чувств, ума и разума, он пребывает в трансцендентном положении. Это пение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нисходит непосредственно с духовного уровня, минуя все более низшие уровни сознания, то есть уровень чувств, уровень ума и уровень разума. Для того, чтобы петь эту мантру, нет необходимости знать язык, на котором написана эта мантра. Также нет необходимости заниматься умственными измышлениями относительно ее значения. Также нет необходимости понять ее с позиции разума. Эта мантра приходит естественным образом с духовного уровня, и поэтому любой человек может приобщиться к этой трансцендентной звуковой вибрации без всякой предварительной подготовки и танцевать в экстазе.